31 мая уральский полпред Игорь Холоманских официально представил региональной власти и представителям федеральных структур в Рио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Напомним, Дмитрий Артюхов был назначен на эту должность 29 мая указом президента. В эти дни много говорят о молодости исполняющего обязанности губернатора. Это действительно так. Кадровая политика президента убедительно доказывает, что в России действуют профессиональные лифты. Профессионализм, высокие деловые и личные качества позволили доверить ему столь ответственную должность. Новому руководителю региона достается хорошее наследство. Его предшественник Дмитрий Николаевич Кобылкин внес огромный вклад в развитие региона. Не случайно президент Российской Федерации назначил его федеральным министром. За последние 8 лет Ямал сделал большой шаг в своем социально-экономическом развитии. Автономный округ находится в числе лидеров не только по природным богатствам, но также и по уровню и качеству управления. Ямал – это мой родной дом, поэтому цель – идти теми же высокими темпами, которые задал Дмитрий Николаевич Кобылкин, и постараться приумножить все то, что было достигнуто. На Ямале создана очень крепкая команда. Причем это команда не только нашего правительства, это команда глав муниципальных образований, руководителей ключевых наших организаций. Останавливаться нам нельзя. Необходимо успешно завершить те проекты, старт которым уже был дан, чего вы их упомянули, Северный широтный ход, масштабные проекты, которых от нас ждет вся страна. И приступить к новым. Главная задача Ямала неизменна. Это реализация президентских указов, решение задач, обозначенных главой государства в своем послании. Мы должны закрепить за собой лидерство в Российской Арктике. Призываю всех своих коллег в округе и в муниципалитетах работать вместе, командой, как принято у нас всегда на Ямале. Дмитрий Артюхов будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. Избрать губернатора депутаты законодательного собрания должны тайным голосованием 9 сентября, сообщает информационное агентство «Северпресс».